чего только под Новый год не придумают. Вот, например, одна японская ювелирная фирма украсила елку своей продукцией на 16 миллионов долларов. Это ж какие подарки тогда лежали под этой елкой? А вокруг нее водили хоровод только одни охранники. Нет уж, пусть лучше будут обычные игрушки, но которые дарят радость. А таких нам и споют сейчас. Призер детской новой волны 2010 и победитель детского Евровидения 2010 Владимир Арзуманян и Жасмин. Что?